И всем привет, ребята! Вы на канале Кататуб. С вами я, Влад и Фрося. Сегодня у нас челлендж «Купи предмет за большую сумму». Смотрите, вот тут у нас лежат предметы, ну, то есть как бумажку вытягиваем. Например, там, не знаю, там апельсин. Мы вытягиваем сумму. Мы можем купить его либо за 1 рубль, либо за 1000. Ну да. У нас есть деньги. Много денег. Ладно. Вот. Ну что, погнали. Так, сейчас у нас первый раунд. Так, давай, кто будет тянуть предмет? Ты. Сейчас такой, сразу же такой iPad. Ружье. Правда, кто-то писал мне очень грамотно. Ружье. И это. А, ружье это вот как он там. А, это. Вот ружье. Смотрите, у нас тут есть вот такое вот ружье. Помните, мы нашли его в этом. Да, у этого. У духа. Да. Мы его забрали. Заряжено. Ну, мы зарядим. Не знаю, зачем. Так. Давай ты сумму теперь тяни. Ну, каждый сумму должен вызвать. Дальше. Так, давай я сначала. У меня 5 евро. Так, Фрось, теперь ты тяни. У меня сумма больше, вот, эти 5 ты евро, поэтому я его обязан купить вот за эти 5 евро. Вот, ладно, деньги. Вот. И забираю себе ружье. Настоящее. 5 евро. Теперь духу не сдобровать. Если он все-таки к нам. Так, оно какое-то неудобное, немного маловатое вот это вот лямка, блин. Я его не сломаю, надеюсь. Ну, тогда не одевай. Пусть он пока что лежит, а мы переходим к следующему раунду. Вот он, следующий раунд. Это второй раунд. Давай, теперь Фрося тянет предмет. 100 рублей. Мы будем покупать 100 рублей. Вот. 100 за 1000 рублей, я так понимаю. Да. Может, кто-то за 1 рубль купит, а у кого-то будет 1000. Ну, блин, надо же купить за большую сумму. Не, ну как бы, у кого больше будет сумма? Прикинь, у одного будет 1 рубль, у другого 10. То есть за 10 кто-то купит. Так вот, 100 рублей, предмет следующий. Так, кладем сюда. Так, я теперь тяну. А, сейчас ты первый тянешь, да? 1 рубль. А я? Я 10! Как мы это сделали? У меня 10 рублей. В Фросе 1 рубль. То есть как я это угадал, да? 10 рублей, давай покупай. Так. Я пока ничего еще не купил. Найти. Ну, зато я сохраняю свои деньги. Ну да. Ну пока что еще ничего такого массового. Я не понимаю, у кого будет. Да. Больше. Так, вот, 10 рублей. А что, 5 евро это многовато, в принципе. Ну, 5 евро это 450 рублей сейчас по курсу. Угу. Ну, за ружье, да. Так вот, 10 рублей, я забираю свои 100 рублей. Так, будем складывать то, что мы здесь потратили. То, что мы купили. Так, вот. Мы сюда складываем то, что мы уже какие деньги потратили, потом посчитаем, сколько мы на все это потратили. Так. А, 100 рублей. 100 рублей я лучше сюда положу, то есть как бы это же мой выигрыш. Мой выигрыш, да. Я тяну предмет. Это шар. А какой у нас шар тут? Году. Все, шарик, просто шарик. Да, вот смотрите, обычный шарик. Ну, я думаю, рубль на него пойдет. А прикиньте, кто-нибудь его за 1000 купит. И не хочу я такого себе. Так. Ну, 50 как-то. Так, я тяну сумму. Ух ты, у меня 50. Фрося, ну как это возможно? 10 рублей. Я, видимо, сегодня ничего не куплю. Мне 10 рублей. Так, я должен за 50 этот шарик купить. Так, шарик я пока что туда отправлю, он тут не может улежать. Давай. Вот. Покупай.
150 рублей. Я еще ничего не куплю. Так. Надеюсь, вещи будут покрупнее, я их все-таки куплю. Потому что шарик не купил. 50. Ты так легко расстаешься с деньгами, если на шаре. Ну, я не знаю, ну как-то не очень. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, ты хоть что-то купил. Угу. Ну, мне ружье очень нравится. Хорошо так. Хорошее начало. Я 100 рублей за 10 рублей купить. Нормально. Это 4-й раунд. Наушники? А какие у нас тут наушники? О, смотрите, тут AirPods в чехле. В чехле? Вот это я хочу. Розовый чехол. Угу. Немного помню, правда, ну ладно. Ну, там ведь мой лежал. Так, я хочу это купить. Сколько там? 10 рублей. Я даже не гадаю. Ну все. И у тебя и 1000 рублей. Ну за 1000 рублей. Вот. Ну они стоят 15 000. Еще плюс чехол, наверное, рублей 400. Нормально. Слушайте, мне нравится это видео. Вот, 1000 рублей. Пойдем. Ну, прям такой чехольчик, ну ладно, я потом его себе поменяю. Ну, может, с таким ходить, может, его вообще снять. Ну, нормально чехол, ну что, красивый. Какие они там, белые? Да фиг, вроде белый, да. Он белый. Нет. А что, не было другого цвета? Ну, они, мне кажется, не знаю. Так, теперь я тяну. Так, это 5-й раунд, да? Да, я же ничего не купила. Значок. Значок, значит. Так. Я сейчас тяну. Синий. Ой, надеюсь. 50 рублей. Ну, блин, мне кажется, для такого значка 50 рублей это немного многовато. Ну, хотя это нормально, он же такой хороший. 1 рубль! Я за 50 рублей покупаю Я ничего не купила, вообще ничего. Так, сколько у меня там было 50, я уже забыл. Вот 50. Да, вот 50. Сейчас вот. 50 пока. За этот прекрасный значок. Было прикольно, если за рубль. Новый значок. Только не на глаз. На ухо типа. Предметы. О, ну там не очень есть хорошие. Ну, тут есть вот такая вот змея, Гоша. Ну, сейчас посмотрим, что есть. Тут же прищепка есть, думаю. Что здесь? Что мы берем? Очки. Очки? Это вот такие вот. Очки? Крутые. Прикольно. Дай мне поверить. Прикольно. Они мне, по-моему, большие. Нее? Да. Если я их выберу, я буду в нем все видеть у нас. В этих очках. Вот, кладем. Так. Пожалуйста, не хочу что-нибудь купить. Мне попадается рубль 50 и так далее. 100 рублей! Ну что ж, я сейчас на ощупь угадаю. Сейчас будет 1 рубль. 10 рублей я куплю эти очки. За сколько ты там? 100. Да. Ну хотя бы что-то, ну ладно. Ну, у меня, да, у меня пока еще ничего нету. А, спросила. Деньги. Да, это не важно, я не могу. Угу. 100 рублей и мне очки, я не буду выбирать. Тебе еще ружье, AirPods в уши, с соткой так стоишь, и тебе еще змею на голову. Так, значит, я теперь тяну. Это 7-й. 7-й? Ну да. 7-й раунд. Так. Так, я что-то посмотрела туда. Я там даже ничего не успела прочитать, но ладно. Змея! Гоша, Гоша, иди сюда. Что-то ему уже имя придумал. Ну да. Ну нам сказали, что это Гоша. Пусть будет Гоша. Вот. Кто купит Гошу? Он отвернулся. Так, я тяну сумму. Он не хочет, поворачивается. 10 рублей, ну блин, я так хотел Гошу. Сейчас спасет нас только 1 рубль. 100. Да, блин, надо так будет все время. Ты что, я все за 100 рублей буду покупать, я не могу сейчас слушать.
так. Нет. Я такую же в зоологическом музее купил за 300 рублей. Так я что это по дешевке. 100 рублей. Вот, 250. Фрось, это по дешевке. Я в зоологическом музее такую же за это. А, за 350 рублей. У тебя такая уже есть. Ну да. Его тоже больше зовут. Может, это и есть твоя? Моя там сидит прохлаждается. Другая? Угу. Другого цвета. Так, кто теперь тянет? Ты, я. И? Прищепка! Вот смотрите, наша прищепка. Смотрите, как она хорошо действует. Всем привет, ребята. Вы на канале Кататуб. С вами я, Влад и Фрон. Не знаю, я не хочу прищепку. Ну, больно, блин. Советую так делать. За рубль я хочу прищепку купить. За 10 матч. Так. Это. 50 рублей за прищепку? Просто давай теперь ты. Сейчас хочу, пожалуйста. 100 рублей! 5! Фрося, а ты как это делаешь? Я не хочу покупать прищепку. У меня куда-то туда 50 развалилось, я нашла еще одну 50. Ну, если ты так дальше пойдешь по 100, ну, тебе так не хватит денег просто. Нормально. Так, я теперь тяну. Угу. Теперь тяну я. Это какой? Это уже... Непонятно. 8-й вроде. Да, это 8-й раунд, точно. Я сейчас тяну бумажку. Сейчас я вытягиваю что-нибудь. Yeah. Телефон! За рубль вышел телефон. Вот, смотрите. Телефон что такой? Новенький, немного запылился. Ну, вот такой хороший. Пойдем. Черный. Нужно в школу сходить. Угу. Работает? Работает. Да, вот. Работает. Работает, когда? Это не рабочий телефон. Я тяну сумму? Угу. Так, не это. Не это. Вот это вот по длине бумажки вот тяну. 50? Да ну, блин. Давай за 10, за 10. Ты не смотри. 1 рубль. Я покупаю новенький телефончик за 50 рублей. Я ничего не покупаю. Зашибись. А здесь у меня 50 рублей осталось, иначе я не куплю такую... Такой дешевки. Ну, если бы я посмотрела, я бы вытащила 1000, скорее всего, или 100. Мне 50. О, последняя 50 как раз. Блин, у меня деньги заканчиваются. Да, у меня тоже. Ну, зато хорошо. Сколько у тебя денег? Ну, вот смотрите, сколько у меня уже потратили. У меня еще... Меньше даже. У меня еще где-то 1130 где-то. И остается последние две вещи. Сейчас 9-й раунд. Фрося, тяни. 9-й? Да, уже 9-й. Пистолет. Пистолет? Mm-hmm. Вот это вот такой вот новый пистолетик. Такой черный. Полицейский. Ты что так пугает? Слава богу, не знаю, я хочется, в принципе. Круто. Можно вот так аккуратно стрелять. Но зато у меня есть прищепка. Гоша. Ну блин, вот так прикольно выглядит. Ты еще надо с прищепку одеть вот так. Я теперь все зеленое. Смотрите. Супер. Больно. Зато я смогу повесить Гошу. Да тихо, не сохнуть. Так, теперь я тяну бумажку. Так, прошу, ну хотя бы побольше. Ой, я тяну. Я вытяну. Ладно, это вылетело. Сколько там? 1000! Не, ну все, я беру это 100%. 10. Да, я беру пистолет за 1000. Ну хотя... За пистолет 1000 как-то жалко, но все равно я хочу пистолетик. Ну, я не очень хотела пистолет, но... Я беру свой пистолет и... Подожди, как много уже денег. Нет, я не буду стрелять. Я боюсь. Боюсь. Давай. Что там дальше? Ну, остается последняя бумажка, что там?
Да не бумажка берем, это ноутбук. Может, провод отцепишь? Давай его надо загнуть аккуратно, расскажи. Ну вот, внучка. Lenovo. Ой, хороший Lenovo. Да. Телефончик свой. Видео я можно будет монтировать. На хорошем ноутбуке видео монтировать. Нет! Ну попробуй, ну у тебя может провести 5 евро. А, ну 5 евро меньше тысячи. Ну уже все. 50. Я покупаю этот ноутбук. Вот, у меня 1000 рублей. Ну ты обязана его купить. Да, да, я хочу купить. 1000 рублей. Ну, вниз кладешь. И забираю этот ноутбук. Ставлю его сюда. На него Гошу сажу. Гоша, садись. Ложись. Лена, круто слушать. Круто сегодня мы. У меня круто все. Ну хоть давайте сейчас подсчитаем. Ты посмотри, что мы купили, ну сколько. Ну, ладно. Да. Сейчас я посчитаю, сколько мы потратили на это. У меня 3910 рублей мы сегодня потратили. Вот на это вот все. И все так дешево. Да, у меня ноутбук вообще не знаю, сколько он стоит. Не, ну хоть 10. Есть как бы расстраиваешься, то, что, например, прищепку за сколько ты купила? Ну, за 50-100. За 100 рублей. Ну вот, расстраиваешься, то, что прищепку за 100 рублей купил. Но потом понимаешь, то, что ты за 3000, и то из этого половина, ты из этого покупаешь ноутбук. Ну, 1010 стоит, наверное. Да я не знаю, но он легко может и 1030 стоить. Потом у меня есть ноутбук. Будешь монтировать дальше. Не знаю, на чем. Всем пока, ребята. Вы были на канале Кататуб. С вами был я, Влад, и Фрося. И Гоша. Да, ждите новых видео. Они будут скоро. Скоро, да. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.